Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Семенова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по буксу Web ADS. Друзья, я проверила его на вывод. Все замечательно. Платит. Значит, кто не знает. Здесь нам дают абсолютно без вложений зарабатывать на серфинге, на посещении сайтов, выполнять задания. Баннерный серфинг, просмотр YouTube, ну и, естественно, рекламировать свои проекты. Как это еще и рекламная платформа. Значит, на сегодня я просмотрела серфинг. Появились короткие ссылки, если кто любит. Я их терпеть не могу, так что бонус я собрала. И серфинг я на сегодня просмотрела. Как бы у меня все здесь по нулям. И поставила денежку на вывод. Значит, это рекламный баланс. Если кто будет рекламить свои проекты, нужно сначала пополнить баланс. А вот это основной баланс на вывод. Кликаю сюда. Не забываем вот здесь в настройках прописать Pair кошелек, прежде чем выводить. Значит, минимальный вывод от 1 рубля. И вывела я. Значит, 16.02.23 год. Так. 9.57 у меня сейчас 10.03. Так, 2.51. 2 рубля 51 копейку. Выполнено. Сначала у меня был статус «Ожидает выполнения». Даже менее минуты. Ну, я не знаю, секунд 5. Я уже приготовилась как бы и ждать, да? Ну, буквально там секунд 5, наверное, вот так. Очень быстро. Я обновила просто страничку, и у меня выполнено. Переходим на Pair. Значит, 16 февраля 9.57. И здесь 9.57. Это значит, выходит инстантом. Так, перевод выполнен. 2 рубля 51 копейка. Вывод средств Web ADS. Ну и вот как бы все замечательно, все шикарно, букс платит. Есть множество заработка, пожалуйста, работайте, зарабатывайте. Также здесь видим много, как бы букс такой интернациональный. Вот, ну, в принципе, и все. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, работайте, не интересно, не работайте. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.